И всем здорово, любители Five Nights at Freddy's, с вами я, Фазбир, и это Undertale Android. Мы продолжаем проходить эту игру до сих пор. В общем-то, это финал, ребят, полуфинал. Я, кстати, обновил геймпад с 6 кнопками. Теперь я могу... Вот главное, тут баг есть, но все равно. Теперь я могу включать телефон... То есть раздел статус и вещи и все прочее. И теперь я готов сразиться со Сгором. В общем-то, мы с Сансом поговорили, все сделали. Вот здесь он появлялся, мы тут поговорили, он меня судил, и я все делал правильно. Правильно. Мы, кстати, идем на лучшую концовку. Напоминаю. И тут должен был стоять Асгор, но я так же, как и то же самое сделал. И, наконец-таки, финал всего финала, ребят. Это финал. Почти финал. Потому что тут будет еще не только Асгор, но и Омега Флауи. Да-да-да. Значит, пора. Да, братан, пора. Готов. Да. Странный свет заполняет всю комнату. Сумерки. Свет. Похоже, ваше путешествие наконец-то окончено. Не-не-не-не-не. Вы наполнены решимостью. Человек. Было приятно познакомиться с тобой. Прощай. Вот это ты зря, бро. Будум. Отлично. Теперь покончим со Сгором. Блин, я все-таки остановился. 19. Так, все синее, значит, ничего не делаем. Опа. 119. Ух ты ж, прошел без царапин. Мы победим Асгора. Главное победить Асгора. Ух. Тут 35.
охренился. Опа. Победа! Ох. Ох. Так вот как вот. Я помню, что не просто с ним помогу. Подземелье. Мир был лишён игрушек. Будущее снова было украдено у нас тут. Я в порыве ярости объявил войну. Я сказал, что уничтожу любого человека, что придет сюда, что использую их души, чтобы спасти подобную Богу. Я освобожу нас из этой ужасной тюрьмы. Затем я бы уничтожил бы человечество и позволил монстрам править поверхностью мира. Вскоре надежда народа вернулась. Однако моя жена была недовольна моим действием. Ну да, Тарель считал этим. Она покинула это место, и мы больше никогда не увидимся. По правде говоря, я не хочу силы. Не хочу причинять кому-либо боль. Я хочу лишь, чтобы каждый ты имел надежду. Но я больше этого не выдержу. Я лишь хочу видеть мою жену. Я лишь хочу видеть моего сына. И, пожалуйста, дитя. Эта война идет уже слишком долго. У тебя есть сила. Ну, это первое. Возьми мою душу и покинь это проклятое место. Не! А? После всего, что я сделал, чтобы навредить тебе, ты предпочтешь остаться здесь и страдать? Чем счастливо жить на поверхности? О, человек, я обещаю тебе, пока ты будешь находиться здесь, моя жена и я позаботимся о тебе как можно лучше. Мы можем сидеть в гостиной, рассказывая истории, кушать рисковый пирог. Мы сможем быть как семья. О, как мило. Но только я твоей ухмылке не верю. Пока. Зараза хредов. Ах ты ж фалуй. Ты идиот. Ты ничему не научился. В этой мире. Убей. Или будешь убит. Ого.
И все, это Омега Флауи, ребята. Это уже Омега Флауи. What the? Мне игра вылетела. Давным-давно две расы правили землей. Люди и монстры. Однажды все исчезли без следа. Ва! Файл стёр. Здрасте. Оружие. Приветик. Это я, Светик. Светик. Светик, цветок. Я теперь крайне благодарен. Ты довольно силён. Сильно ранил этого старого дурака. А что он не старый? Если ты не... Если бы не ты, я бы никогда не... Его не одолел. А теперь благодаря тебе. Он мертв. И я заплачу. Чего? Убираем тут. Да уж. Так долго я был пуст. Это чудесно. Словно изменить душу внутри себя. Я могу... А что здесь дождь? О, ты чувствуешь себя покинутым, не скажи. Что ж, это замечательно. Ну, так что, у меня только 6 душ. Мне все еще нужно еще одно. Прежде чем я стану богом. И тогда я с моими новыми силами. Монстры, люди, все. Я покажу им настоящий сит этого мира. Забудь о побеге своих старых файлов сохранения. Он исчез навсегда. Ну, не беспокойся. Ты старый друг. Светик, думал для тебя это замена. Я сохраню момент твоей смерти. Ты сможешь наблюдать. Файл тебя на кусок. Снова и снова и снова. Серьезно думаешь, ты сможешь остановить меня? Ты действительно идиот. Давай обратно. Давай наверх. Ну все, Омега Флауи, ребят. Это Омега Флауи. Омега Флауи. Он даже мне передохнуть не даст. Битва! Офигеть, это не было. Это всего лишь плохой сон. И ты никогда не проснешься. Ой, я скоро так надоем. Действительно думал, что я буду удоволь. А, файл сохранен. Написано. Ой, бери свою мухмылку.
Да ты издеваешься, что ли? Ух, все. Достал, наверное, будет, можно сказать так. Thank you.
ответь. Офигеть просто, ну барыш. Да просто ну барыш есть. Я не понимаю, что я не так делаю. О, с того момента, как здесь Смотри.
Победа! А мне пошла уйти. Нет. Ты идиот. Вы зовете на помощь. А? Никто не пришел. Да уж, как жаль. Никто. И уедет, как умирает. Ура! Что? Как ты? Что ж, я просто... Ошибка загрузки. Нет. Что? Где мои силы? Души? Что они делают? Что ты делаешь? Ты видишь? Нет. Чего не имеет? Я просто ударил его. Это всего лишь обычный стук. Ух, все. Половина финала затащена, ребят. Это половина финала, ребят. Пацифисты, тем более. Бай, Тоби Фокс. Всё. Всё. Звонок. Эй! Меня кто-нибудь слышит? Что ж, я просто оставлю сообщение. Итак, прошло много времени. Королева вернулась и теперь правит под землей. Она установила новое правило. Все люди, которые упадут сюда, будут считаться не врагами, а друзьями. В любом случае, это изменение к лучшему. Человеческие души, которые собрал король, кажется, исчезли. Так что, этот план, скорее всего, времени не существует. Но несмотря на то, что... Народ убит горем из-за короля, а в будущем может так и не получится свободу. Королева все же пытается дать нам надежду и не дается
сдаваться. Так что, эй, даже если мы тут внизу не сдаемся, то и ты не смей сдаваться, где бы ты ни был, окей? Кто знает, сколько времени нам понадобится, но мы выберемся. Сам, с кем ты там разговариваешь? О, ни с кем. Что, ни с кем? Могу я тоже с ним поговорить. Нар, развлекайся. Погоди-ка секунду. Я узнаю этот номер. Внимание, человек. Я Леди Папариус. Теперь капитан Королевской Стражи. Это все, о чем я когда-либо не считал. Но кроме того, что мы вместе просто поливаем цветы, а не бьемся так, что почти ничего не понимаем. А еще мы помогаем доктору Альфусу с исследованием. Она собирается найти способ вытащить нас отсюда. А Дайн тоже ей помогает. Правда, то, как она помогает. Немного. Взрывоопасно. Но я думаю, Альфус нам нравится, когда она рядом. Хо-хо-хо. Эй, ну вы занимайтесь, сопли. Пожалуйста, не трогайте его. Эй, ты забыл, кто здесь главный? Я? О, да, точно. Я оставила свою работу в качестве руководителя Королевской Стражи. Ну, на самом деле, так нам больше не нужно сражаться. Королевская Стража была полностью расформирована. Теперь, здесь только один ее член. Но он экстремально хорош. Да, он хорош. Иди-ка сюда. Пожалуйста, не трогай скелет. Как бы то ни было, теперь я помощница в лаборатории. Мы пытаемся найти способ свалить с этой палки. Проснусь. Ах, да. Еще я работаю учителем физкультуры в новой школе королевы. Ты знал. Здорово, правда? Эй, я сожалею о том, что случилось с тобой. Ты просто сделал то, что было должно. Это не твоя вина. Ах, я скучаю по здоровяку. Блин, Андайн, связывайся. Я полагаю, мне следует рассказывать тебе, как... Кажись, я не тут конфликт. Кажись, не ту концовку, да? Давным-давно. Конец. Конец. А, мы опять будем сражаться с Аскором? Не, ребят, это будет в следующий раз, так что... В общем-то, народ, большое спасибо за просмотр. Я опять попробую перепройти в горы всю получше. А вы там наслаждайтесь моим попыткой прохождения Мегафалы и Асгора. Я не знаю, получится мне опять Асгора пройти, но главное, мы прошли на какую-то третью концовку. Ну это не знаю, это моя, наверное, первая концовка. Ну ладно. В общем-то, это все. Всем удачи, всем пока.